А вот и зубры на горизонте. Конечно, они не такие страшные, как на картинках. Не такие большие. Какие-то они несчастные здесь, голодные, что ли. Ну, интересно посмотреть. Смотри, как он травку кушает. Это, наверное, не чертей, а зубров изображают на картинках Гоголя. Смотри. Тут немного, там вдалеке какой-то побольше лежит, загорает. Рога только торчат из... Вон. Из травы. Шевелится. Видишь, они по кругу ходят, что-то едят. Не такие большие. Я думал, что он больше, наверное. Это как большая свинья.